Всем привет на канале Волдачман. Сегодня мы с вами вновь вернемся к теме афганских депортантов, репатриантами их не назовешь. 28 афганских преступников, депортированных из Германии несколько недель назад, снова на свободе. Об этом заявил глава политбюро Талибан Сохейл Шахин. Заверив э, средства массовой информации, а также э, представителей э, Катара и немецкого Министерства иностранных дел и, мини и Министерства внутренних дел, э, в том, что за этих э, людей, преступников, совершивших преступления в Германии и депортированных обратно в Афганистан, подписались их родственники, а именно... По словам этого главы Политбюро, семьи этих афганских граждан подписали бумаги о том, что те дают слово не совершать никаких преступлений в Афганистане. С одной стороны, это хорошо, когда люди за кого-то ручаются и берут его, к примеру, на поруки. Но с другой стороны, у многих людей, которые привыкли думать головой, а не глотать информацию, не переваривая ее, возникает вопрос. Что он сказал? Они обязуются не совершать преступлений в Афганистане. То есть этим людям, которым Нэнси Фезер с такой щедрой руки выдала по тысячи евро дорожных денег, могут сейчас сделать новые паспорта с новыми именами и вновь прислать их в ту же самую Германию. Или в Польшу, где они получат статус временного убежища и потом и ринутся в Германию, чтобы получать здесь пособие. Все может быть. Но вот, пожалуйста, куда утекают деньги налогоплательщиков в Германии? Нэнси Фезер трубила целую неделю о том, что вот мы сделали великий шаг, мы начали избавляться от афганских преступников, которые здесь совершали убийства, здесь совершали изнасилования, теперь их больше здесь не будет. А в Афганистане главы Талибан сказали, не, не, это нормальные граждане, пусть гуляют. Их родители, братья, сестры подписали бумажку, что он больше не будет честь и слово, да? Вот такие вот дела. И, кстати, теперь по статистике у всех вот этих вот беженцев, приезжающих в Германию, в период с начала января и по конец августа этого года, 2024, в Германию прибыло 174 369 человек. Из них 160 140 человек впервые подали прошение о получении статуса беженца. 14 222 человека подали повторные заявления, то есть им уже было отказано в статусе, но они были выдворены согласно Дублинского соглашения в те страны, где они получили сначала свои статусы беженцев, но попытались счастье вновь здесь, в Германии. Интересен тот факт, что по сравнению с тем же периодом прошлого года, 2023, количество беженцев, мигрантов, ищущих политического или кого-то другого убежища здесь, в Германии, снизилось почти на 22%, 21,7%. С января месяца по конец августа 2023 года в Германию прибыло... 204 460 человек. Многие из них до сих пор находятся здесь в Германии. Очень многие из них имеют статус беженца, полученный в других странах ЕС. Та же самая Нэнси Фезер говорит, что теперь, когда ежедневно, только с самого утра по территории Германии совершается от 5 до 10 нападений на простых граждан с ножом со стороны мигрантов, приехавших из Ирана, Ирака, Афганистана, Сирии, Сомали, Сенегала, Ганы и так далее – она создаст группу противодействия нарушению дублинского соглашения. С другой стороны, я не буду смотреть на это с позитивной точки зрения, сразу подойдем к этому с негатива. Это дублинское соглашение вообще для чего было придумано? Чтобы все вот эти вот мигранты, беженцы, которые едут в Европу, имели полную свободу действий на территории Германии, подавая как первый раз, так и повторный раз, третий, четвертый раз заявление о получении статуса беженца. Потому что Германия единственная страна Евросоюза, которая выдает огромнейшие пособия по безработице, социальные пособия, тот же самый Бюргергельд. Для чего было сделано это Дублинское соглашение, если немецкие пограничники, допустим, на границе с Польшей выдворяют афганских мигрантов, уже имеющих статус беженца, полученный в Польше или в Болгарии, правительство Польши возмущается против немцев, что ай-яй-яй, нарушение прав человека, дискриминация, вы обязаны их принять, раз они хотят к вам в Германию. А раз они хотят в Германию, то вопрос, зачем вы давали им статус беженца? Это получается, вы как транзитная страна, которая дает им возможность беспрепятственно проехать через свою территорию и попасть на территорию Германии. Те же люди, которые создавали, подписывали это Дублинское соглашение, просто-напросто сейчас отворачивают лица от Германии, говоря, что ну, нужно же войти в положение этих людей, им ведь надо же где-то жить. Но извините, если у этих людей оказалось в кармане по 20-30 тысяч евро для того, чтобы покинуть свой тот же самый Ирак или Иран, то зачем им здесь жить? Я не говорю о том, что мы вот приехали, они там продали все свое имущество, золото, бриллианты, дома трехэтажные и приехали сюда, чтобы получать пособие социальное, я не думаю. Они приехали сюда для того, чтобы устраивать свой халифат, для того, чтобы бегать по улицам, кричать «Освободите Палестину от реки до моря». Они приехали сюда, чтобы не работать. Чтобы не работать. Потому что они прекрасно знают, что когда они будут плакаться в социальных службах, им их пособие будут давать не только на них, фактически находящихся здесь, но и на тех людей, которых они назовут членами своих семей, находящимися в пути на территорию Германии. Тут, здесь такое делается. Недавно по телевизору показывали один болгарский город, в котором, я не буду говорить название этого города, в котором очень много живет людей, зарегистрированных в Германии как мигранты, как беженцы получающих пособие в Германии, но живущих все еще там, в Болгарии. И когда эти люди увидели журналистов, они начали показывать им средний палец, начали кричать нецензурные слова, начали их обзывать, посылать, угрожать физической расправой, если они сейчас же не свернут свои камеры и не уберутся во свои осек. Такое происходит и во многих странах, не только в Болгарии, в Румынии точно такое же происходит. Но заметьте, вот сейчас карта. На этой карте ножами обозначены территории, на которых происходят ежедневно нападения с холодным оружием на простых граждан. Территория, на которой нет ни одного ножа, это Бавария. То есть баварская полиция работает хорошо. В Баварии все еще у власти стоит думающее правительство, которому не безразлично благосостояние своего населения. И когда по всем землям Германии будут такие же думающие политики, то, может быть, и волна вот этих вот беженцев, ищущих халявного убежища где-нибудь на стороне, может быть прекратится. Я... Почему я вообще хотел снять для вас это видео? Я думал, что вот эта тема с 28 афганскими преступниками, депортированными обратно в Афганистан, просто-напросто канет в лето. Но однако же нет. Талибан официально заявил о том, что они теперь опять на свободной ноге, они могут свободно перемещаться по стране. Со стороны... По законам шариата, по законам Талибан. Они не преступники в Афганистане. Ну хорошо, если они не преступники, тогда, пожалуйста, сделайте так, чтобы эти непреступники больше в Германию не приезжали. А то получится, что наша Нэнси Фезер не, вы, не выполнила свое обещание, данное своим избирателям, данное своему населению. Фиг с ним, с теми тысячами евро, которые они им дали на руки каждому. Но ведь они же могут приехать сюда вновь по подложным документам не в этом году, так в следующем году. И опять начнется та же самая каталасия. Кстати, здесь рассмотрение документов и вот этих вот всех определяющих статус беженца или не статус беженца, все это длится около полугода. Через полгода, когда человеку дается статус беженца, он может уже автоматически получить и постоянное место жительства в Германии. Все это прекрасно знают, но многие политики умалчивают об этом, специально затягивая рутину рассмотрения документов различных беженцев, приехавших сюда из Сенегала, из Сомали, из Мали, из Афганистана, из Сирии, из Ирана, да блин, со всего континента. Вот такие вот дела. В общем, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, соответственно, лайкнуть это видео. Да, кстати, о птичках. За последние двое суток я посмотрел статистику нашего канала. Различные видеовыпуски у нас на канале посмотрело свыше 65 тысяч человек. Это люди, которые не подписаны на канал, но проявившие интерес к нашему контенту. Из подписчиков было всего-навсего пять с половиной тысяч. У меня будет просьба ко всем, кто смотрит эти видео. Если вам нравится видео, не просто ставить лайк, но и подписываться. И вам приятно, и нам польза. Всем удачи, не болейте. Пока.